Давайте продолжать, посмотрим, что там. Может, нам все-таки надо было гранатомет взять. Вот куда он замкаем. Мне как мясо наставили вот этих вот автоматов магических и для красоты. Подумать о реальности работоспособности автомата, действительно. Пылюшка, здесь, наверное, какая-нибудь батла будет сейчас, да? А нет, здесь вот есть выход. Сколько у нас этих 7 штук? Ай, не добро. Кстати, там еще говорилось, что типа она выглядит как ребенок ментально для других. Так что может она на самом деле не ребенок уже, может она старуха, ведь наша Мия, когда ее брали под контроль, она же превращалась. Старуху типа. Может, ее вели на самом деле то же самое, что так выглядит. Хотя, с другой стороны, как она может внедряться с такой внешностью? Скорее все-таки как ребенок. Только после тебя. Ну что, сейчас вылазить надо, да? Так, что-то нет, сейчас, секунду, ребят, провода мне...
чувствую, у нас уже разъедало. Ух ты, ух ты. Боюсь, налево. Все в жопу засунул, блин, достал. Гранаты потратил и парочку даже слил. Придется сильными, да, долбить. О, типа быстрый. Ой, жалко пульки, жалко. Все-таки сильные пульки. Чебурек. Так, ладно, хватит фигней заниматься. А тут есть что ценного? Есть вот здесь бутыль. Почему с вами подобное? Да, достал своей рукой. Вот реально, чувак. Ты серьезно достал своей рукой. Надо еще потрошить для магнума, да? Нам, наверное, что-нибудь такое было, автомат растрачивать, поскольку все-таки как ни крути. Место занимает тоже много. Ну, блин, раненое. Подвесим бы на этом крюке за одно место. Так. И... И куда нам дальше? Что нам делать, как нам быть? Во что-то выстрелить надо? Оно не фиксирует. А, блин. Вот у этой лампы есть кровать.
Что у нас здесь? У нас здесь карта. И, к сожалению... Кстати, а что это твоя штука? У нас же есть автомат. Пистолетная распрачивая. Дорогие патрошки. Давайте сохранимся на этот слот. Давайте продолжать. Каталка, это не бабки на каталке случайно. Бабка, ты здесь? Так, дало. Ку-ку. Да, это тот, завернулись в подвал. Слушай, где здесь головастик? Да? Слышите головастик? Оказывается, тут эти были проходят. Нехило там пройти из подвала, да, еще к вам. Или это не головастик? Есть на что тут нажать-то, а? Это помните было? Чё-то вот здесь где-то головастик находится. Вот где? Какой-то клюк, или эта вода здесь капает. Потому что отсюда его не слышно. Отсюда его слышно. А, вот он, твою ж налево, а я его ищу. Вниз не посмотрел, так. Заперто. Бабка, ну да, она там номер один. Слушайте, а может эта бабка есть девочка? Так, знаете. Слушай, ну это получается самый первый на сих ебарка вообще, да? Да, сарай. То есть мы вернулись дальше, чего вы начали. Зоя, ты здесь, Зойкин? Зойка! Прием, прием, вызывай ты там. Не, она на нас обиделась, что мы. Я не могу быстрее идти, ребята, я бы снова сюда смотрел. Лучше было так. Это она неубиваема. Потому что она иллюзия там. Сейчас в конце вот в каком-то котелочке как кажется, что все это глюки у него были. This is your fault. Да, я в курсе. Что
как всегда, не ты больная была, но все свою чебурей виновата, а? И там виновата. За спиной. Здесь нема. Нам так не показали, что. Ну это понятно, открыть склад под лестницей. Ну все, понятно, я все это. Наш битва наверху была. Можешь вниз на. Так, вот, кстати, символы. Что мне делать? Она неуязвима, она глюк. Ну, на кухню смотри. Мелкая дрянь туда побежала. Таким фильтром так все как-то где-то тут. Началась одна из стадий, там говорилось, что на первых стадиях типа идут глюки, или на второй стадии там объекты идут глюки, его глюки. Не открылось ничего, да? Его тупо глючит. Ладно. Прикольно, сколько на что-то нами бегать. Теперь, блядь. Пойдем сейчас наверх сходим. Я уже даже не знаю, куда надо идти. Чё-то... Да задрал! Так. А что нам делать-то? Так. Инструкции. Убейте Эвелина микротоксинья. Yeah.
чтобы оружие брать. Как с ним бороться-то? А можно тебе блок поставить там? Да, можно, смотри. Живем, ребята, живем. Я так и думал, что это бабка. Я сказал, прикольно здесь быть бабкой. Хрень появится, типа в шестого резидента, да? Я думал, что вот прикольно, там же писалось, что типа объекты стареют. И когда я уже это день, наша жена же то же самое постарела. Мазуку сейчас да. Вертолеты, вы где? Помогайте, сволочи! Что-то против нее эта хрень не поняла. Медленно падает, неестественно просто. Вот они ничего не весят, и спинопласт какой-то там. И то и даже легче. Мне дали крутачок. Ну да, смотреть, да. Еще одно ачивку.
Еще одну ачивку. Крис, да? I'm Redfield. Да. I'm glad we found you. Это персонаж стал такой. What the fuck took you guys so long? Даже я догадался, что будет Крис. Я говорю, прикольно было бы Крис. Say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Круто, ребят, мы пошли с мной за дат. Я так не понял. Короче говоря,
странно. Технически назвался Редфилдом, значит технически Крис, потому что из Редфилдов мы знаем только Криса и... Из Редфилдов мы знаем только с вами Криса и Клэр. Но с другой стороны, они летели на вертолете с надписью Umbrella Corporation. Плюс значок Umbrella был слегка изменен. То есть такой же зонт, но уже с символом ДНК там. Ну, или спирального вируса из фильма. Цвета другие. Так что странноватенько. Плюс я был прав, что во всем виновата старуха. Я сказал, будет прикольно, если это старуха у нас. Ну это можно было догадаться, поскольку там в документе говорится. Так, что в документе говорится, что из-за этого грибка люди стареют. Поэтому наша жена и говорила, что когда она мутировала, она старше выглядела. Ну и плюс бабку за столом держали, типа она с семьей за столом обедала. Плюс она появлялась в некоторых местах. Но это было логично. Так что здесь я был прав. Что насчет игры? Игра охрененная, мне очень понравилась. Вот реально, наверное, из последних игр, наверное, одна из лучших. Вот, серьезно, похоже по-своему на классику. Лучше даже, наверное, чем Revelation. Потому что игрушка на самом деле крутая. VR вообще шикарно. Так что вот так вот. Всем рекомендую. У нас еще с вами остается пройти за Зою, посмотреть, что будет. И потом уже доп. Режимы. Там вот эту какую-то мега страшную типа спальня. И какая-то еще Итан должен умереть, что-то типа такое. Так что вот так вот. Титры я пропустить не могу. Ни одна кнопка не срабатывает. Короче говоря, игрулька мне очень понравилась, реально. Так что на этом все. Надо титры досмотреть. Как говорится, посплю немного.